В МТС «Лайфхолл» прошел масштабный зимний фестиваль «Молодежь Москвы». Гвоздем программы была зажигательная вечеринка, которую гостям подарили самое танцевальное радио DFM и главный русскоязычный музыкальный телеканал «РУ-ТВ». В честь такого события наши артисты решили вспомнить о своих самых безбашенных поступках молодости и детства. Певица Севиль не может похвастаться сумасшедшими поступками. Трудным подростком она не была, но экстрим любила. Певица часто задавалась вопросом, что бы она пожелала маленькой версии себя. Я думаю, что я бы ничего себе не говорила, потому что я бы иначе не пришла в то место, где я сейчас нахожусь. Но абсолютно точно я бы обняла себя и с детства училась бы как-то себя поддерживать, а не идти против себя. Потому что мы порой можем как-то поступить, а потом об этом сожалеть и ругать себя, вот это не совсем, наверное, правильная история. Мне очень хочется, чтобы, понятное дело, мы заблаговременно думали о каких-то последствиях. Парни из Gayazov Brothers своим мини-версиям в детстве решили помочь не словами, а сразу действиями. Я бы денег дал себе. Немножко хотя бы денег, чтобы не бедствовать. Не, на самом деле сказали просто, там, ребят, ну, не переживайте, все получится. Просто делайте свое дело, и когда ты делаешь свое дело, в любом случае ты к чему-то приходишь. На сцену праздника также вышла группа «Раса», Ваня Дмитриенко, диджей «Космо» и другие артисты. Ведущими мероприятия стали диджеи «Радио DFM» Артем Скоробогатый и Женя Кротов. Они устроили для гостей яркий танцевальный флешмоб, а звезды дарили зрителям свои лучшие хиты, море позитива и новогоднее настроение.